Здравствуйте, с вами Тенгиз Халзанов и испанский Стенгу 365. Если вам понравится видео, подписывайтесь, делитесь им со своими друзьями и не забывайте поставить лайк. Итак, el verbo estar y las preposiciones de lugar. Глагол estar и предлоги места. Начальный уровень. ¿Dónde está el gato? ¿Где находится кот? El gato está detrás de la bola de lana. La bola de lana. Клубок шерсти. El gato está enfrente de la bola de lana. El gato está debajo de la bola de lana. El gato está sobre la bola de lana. El gato está encima de la bola de lana. El gato está entre dos bolas de lana. El gato está a la derecha de la bola de lana. Справа. El gato está a la izquierda de la bola de lana. El gato está al lado de la bola de lana. El gato está lejos de la bola de lana. El gato está dentro de la bola de lana. Pongan la preposición correcta. Поставьте правильный предлог места. Начали. Я сейчас нарисую здесь все рисунки, которые вы видели до этого, а вы должны будете поставить правильный предлог. После того, как все рисунки будут нарисованы, вам будет дано еще 10 секунд. Вспоминайте. Итак, последний рисунок и 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debajo de. Sobre. Encima de, delante de, detrás de, a la derecha de, справа, a la izquierda de, слева, entre, что означает между, либо посреди, al lado de, рядышком с, lejos de, далеко. Dentro de. В следующем видео мы поговорим о прилагательных, которые идут с глаголом estar и обозначают физические и эмоциональные состояния. А сейчас, если вам понравился ролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте оповещения, лайк и поделитесь им со своими друзьями. Hasta la próxima!